Лето постепенно складывает полномочия. 4 сентября в стране будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью плюс 7-14, днем от 16 до 22 градусов тепла. Под утро сгустится туман. Главный аксессуар для завтрашнего образа – зонт. По востоку Беларуси пройдут дожди, возможно, прогремят грозы. Во время непогоды усилится холодный западный ветер. В России Ростовскую область охватили природные пожары. Площадь возгорания, по данным МЧС, уже превысила 700 гектаров. Повреждено более 60 строений, в том числе 15 жилых домов. Стихия привела к гибели человека, и еще 46 местных жителей пострадали. Пакистан, наоборот, оказался во власти воды. Дожди не утихают в середине лета. За прошедшие сутки погибли 13 человек. Всего жертвами наводнений стали 176 граждан. Разрушены 1307 домов, еще 853 частично повреждены. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность. В первой половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Столбики термометра днем покажут 22 градуса тепла. Ночью похолодает до 13, выше 0. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.